Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Третий день я иду по палящей пустыне. Ищу оазис с водой. Фу. Ну как там в ваших городах обстановка с иностранными гостями, с чемпионатом? А, признавайтесь. Верблюд едет. Двухлитровый. В центре невозможно, поди совсем. Да? Тесны стали ваши города. Да? О, еще один верблюд. Мексиканцы ходят в сомбреро. Мне кажется, можно бесплатно клипы снимать. Не приглашая массовку. Дизельный верблюд слева, да. Привет с гор. Всем привет. Да, я вот зарекся. Ну как зарекся? На время чемпионата не покидать загородные просторы. Вот, не соваться в центр. Но по нужде нужно. Нужда музыкальная, не подумайте. Вот. Надо по делам выбираться в центр. Так что вот туда путь и держу. Да, решил. Ни на машине, ни на велосипеде, а пешком так и пойду до Москвы. Вот третий день уже иду. Батарейки от солнца заряжаю. Угу. Так, ну что у вас, какие-нибудь вопросы интересные будут? Или нет? В Москве ли я? Почти. Но мне кажется, через несколько лет эта территория тоже может стать частью Москвы. Да, в Омске футбола нет, это я знаю. В Омске нет футбола. Где же еще не так давно я спрашивал? Не помню. В ЕКБ тоже нет футбола. Ну, хотя, конечно, города хотели бы, чтобы у них был чемпионат, потому что в городе приводят в порядок все к чемпионату, чтобы в грязь лицом не ударить. Нравится ли мне жить в Москве? Я уж привык, он как родной мне город уже. Понятное дело. Уже 12 лет. Когда в Волгограде? Все вопросы по поводу когда и где отметаем.
Смотрите все на сайте, графики концертов. В Екатеринбурге есть футбол. Сорян, не помню, что за город. Спрашивал я не так давно. Ну ладно. Кто не знает о вашем туре, вспомнить все, ждать ли его на концертах. Мы обговорим это. Неви спрашивает все один и восемь. Ждать ли его на концертах. Да, точно. Это надо обговорить. Так, что-то я пропустил. Ну, вопросы так вопросы. Вы же по Новой Риге живете. По ней. Если можно так ответить на такой вопрос. Людей будет выступать обязательно когда-нибудь, да, очень надеемся. Какой вид спорта нравится? Хоккей. Хоккей, ну это... За хоккей я болею, так скажем. За Омский Авангард. Вот это вообще целый караван верблюдов, да, в этой пустыне идут. Ага. Так нравится за боями различными смотреть, болеть. Угу. Так, сорян, убежала далеко. Насчет победы нашей сборной, да что я думаю, круто. Красиво, 5-0, разве не красиво? Красиво. Хрен поспоришь. Надеюсь, меня не собьют здесь. Так, новый альбом «Лед 9». Надеюсь, будет. Ему большой концерт будет. Надеюсь, что будет. Что думаешь про метро в Омске, точнее про его консервацию? Да это же уже давно было понятно, что ни во что это не выльется. Ну, по крайней мере, мне, не знаю. Про метро в Омске я говорю. Посидел пенсионер наш. На себя посмотри, тебе сколько лет. Посмотрим, как ты будешь выглядеть в моем возрасте. Привет, привет, привет. Сыграй на барабанах. Нету здесь барабанов. Так, 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 так. Ладно, если что, я по шоссе прямо там решил прогуляться. Да, иду до Москвы, ага. Кто будет на попутке, ловите. Добросьте меня до Москвы. Супер челлендж летний. А-па-па-па-па. На мяте, кстати, мята. Дикая мята. Офигенный фестиваль. Всем рекомендую. В следующем году, я надеюсь, что нас позовут. Нам очень понравилось. Круто. На дикую мяту советую. Классная организация, хорошая. И слова забываю. Ну, в общем, список, да, выступающих гостей. Класс. Мне кажется, здорово все. К утру дойду. Надеюсь. В Магадан, не знаю, если в Магадане организаторы решат, что мы там нужны, то будем. За кого будешь болеть за чемпионате мира? За кого? Ну, буду... Стараться следить за играми, за наших, конечно. За татар, ага. Это не МКАД, балбес. Нет. Сейчас, 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 сейчас. Боец, любимый боец, ну... Патриотично и нечестно ответить, если это не Саша Волков. За него болеем. И всех вас призываю болеть. Осенью, по-моему, следующий бой. Кто-то говорит, что титульный будет, кто-то говорит, не титульный. Один киргиз, с которым я ехал, таксист, он дико врубается в UFC и следит за всеми рейтингами каждого из бойцов. Он сказал, что Саше не дадут титульный. Ну, а я верю, что дадут. Пользуясь случаем, Саня, привет, передайте. Очки. Да какая же красота, без очков лучше.
Я в них вижу лучше. Зрение не к черту. Не успеваю, по-моему, читать. Своими танцами. Про Неви прочитал, про голограмму. Подключи кого-нибудь. Я боюсь, что я не услышу этого кого-нибудь. Согласны ли вы с Харламовым, что Омск худший город России? Нет, поверьте, я покатался по России. Далеко не так. Я понимаю, что существует статистика и рейтинги, но я привык больше доверять своим глазам и ощущениям. Да. Я просто иду домой, как Уильям Фостер. Не домой. Вы вообще много ходите пешком? Или все на тачке пересели, все солидные? Пешком много ходите? Новые аранжировки на старые треки. Все будет, ребята. Ждите, все будет. Да, кстати, о московской погоде или подмосковной. Спасибо, Господи. Отличное солнце, отличная погода. Защита дипломов. Желаю удачи всем, кто защищается. Я помню свою защиту диплома. Это было сколько? 14, получается, лет назад. Да ну, не может быть. Может, 14 лет назад. И первый почему-то, кому я позвонил, когда защитился, это был Руставелли. Не знаю почему, хотел поделиться своей радостью. Не знаю, даже не родители, почему-то он. Недооцененный? Не знаю. Но мне кажется, Луперкалю было бы круто, если больше внимания было. Хэштегу, например. Блин, тут стрёмно. Артему Саграде. Рыбалка. Рыба пошла, да, на Камчатке? Я на рыбалке 100 лет не был. Андрей Александрович угорает надо мной над тем, что я люблю рыбалку. Говорит, я пенсионер. Ходите пешком. Будет ранен студийная запись. Будет. За кого болеешь? Хоккей. Дурацкий вопрос. Сейчас тебе ответят. Сами люди, напишите. Бледный где? А вот он сидит. Вот в кабине там. Не хочет меня подбрасывать до Москвы. Хочет, чтобы я сбрасывал лишний вес. Ага. И вот ходил пешком. Знаете, как тренер в американских фильмах. С Арктики, ничего себе. Привет, Арктики. Полиция. Бохин, ой, до тебя добрался. Привет. Как куда пошел? В Москву. Пешком. Привет, Андрюха, Филиппак. Не, не выгнали. Так. Ты рада, что я делаю эфир? Фончик. Вот сейчас в пробке люди надо мной орут, мне кажется. Давай, вот дебил по трассе идет. Что он там людям покажет, расскажет?
Сейчас будем слушать, что из тачек играет, да? Тишина. Вы извините, я не все успеваю читать. Стоять. А у него закрыто окно. Окей. Ладно, человеки, станет скучно, сливайте меня, говорите. Гаси эфир. Просто мне как-то это время занять надо. Богдан Юрьевич мстит на эфире. Так, у этих тоже тишина. Туда-туда, пусть не путают. Чита худший город, ты смеешься. Чита. Мне мой друг, который родом из Читы, говорил, что Чита занимает чуть ли не первое место по количеству солнечных дней в году. А солнце это же прекрасно. Как минимум. Редко бывает в Калининграде. Богдан Юрьевич ходит пешком. Когда полноценная роль в кино? Не, вы угораете, я не смогу. Вот прям полноценную не смогу. В эпизоде что-нибудь брякнут. Кстати, смотрели «Газлайф» с Сергеем Безруковым? У Васи в гостях. У Баста. Вот он же классно там сказал про богатыря. Когда Вася спросил, сможет ли он сыграть. Он говорит, чуть-чуть сможешь. Но долго не получится обманывать. Ну, это если про непрофессиональных актеров. Вот так же и я. Чуть-чуть, может быть, где-то смогу. А полноценно нет. Фу, воздух пыльный, грязный. У меня? Да вы что? Нет, это просто трасса здесь. Тут, может быть, чуть-чуть коптят тачки. Так, время. Ой-ой-ой, надо поторопиться. Так, я пытаюсь читать. Под цыганским солнцем жду чуда. Ждать ли от нас песен в стиле «Под цыганским солнцем жду чуда». Но я бы не прочь был бы написать что-нибудь такое еще. Но, знаете, ждите. Да, ждите. Воу-воу-воу. Так. Диоптриями это как? Ну, они корректирующие, да, зрение, очки. Авангард чемпион. Верим. Так, так. Слушайте, я, наверное, вообще далеко, да, по комментам ушел. Я их листаю пальцем. Китаю привет. Там китайцев держите, не пускайте их сюда, в Россию. То нам страшновато стало, как увидели их тысячи на вокзале, на Московском, на Ленинградском. Страшновато стало. Я уже сошел на обочину. Германии. Хотелось бы концерт в Германии. Аккуратнее. Аккуратнее.
Лузинского. Интервью, когда я дам полноценное какое-то интервью, да давал я не любитель давать интервью, но если что-то интересное, то бывает. Как ты борешься с вредными привычками? Не знаю, молитвой. Скучно. Ах, это ты, Юрич. Я видел твои эфиры. Я бы корову мычал. Так, я мотаю, короче, сорян. Когда блудю, никогда, наверное.